подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео и ставьте лайки. Мои одноклассники выросли и стали влюбляться. Предметом страсти они выбрали своих же одноклассников. Мне это не нравится. Это нарушает единство класса и мировую гармонию. Нельзя влюбляться в одноклассников. Любовь должна быть на стороне, пусть даже в соседнем классе. Мы класс, мы друзья. А те, у кого любовь, значит то, что у них что-то больше, чем дружба. Другу на контрольное помогу. А ему помогу. Так нельзя. Класс – это значит все одинаковые. А те летели, тролливали, идите за двери там. Вот представляете, контрольная, у вас один вариант. И она у вас спрашивает: ну написал. Да, давно написал. Я только сердечко разукрашиваю. Придурок, скоро звонок. Вот согласитесь, тут любовь помешала. Вообще превратилось все это тролливали в какое-то соревнование. У нас одна девочка передружила с 5 пацанами. И последний предпоследнему говорит: ха, вот ты с ней 4 месяца мутил и ничего. А меня она уже через неделю поцеловала. А я думаю, 6-й, будущий, скажет: надо спешить. И с первой минуты полезет целоваться. Надо же рекорды устанавливать. А она ему: ты чё так быстро? Чё ты не сказал, что у нас любовь? Я даже повернуться не успела. Ты меня в ухо поцеловал. Смешно. А что будет в классе, если они разругаются? Ну, все девчонки на ее стороне, ну, а пацанам пофиг. Ну, а что это за класс? У нас перестрелка с параллельным А. Я уверен, тролливали надо с посторонними девчонками. Тогда ничего такого в классе не будет. И тогда тебе одноклассник не даст в ухо за то, что его соседка по парте все уроки рыдает из-за ссоры. Зато какая ему разница будет на Самохину из параллельного, что она плачет, что она рыдает. Ну, тролливали с одноклассницей — это от лени. От лени ждать ее после 6-го, когда у вас 4. Это от жадности. Все равно всем классом будем девчонкам подарки дарить на 8 марта. Ну и я заодно подарю. Это от страха, что чужие пацаны накостыляют. Вдруг с ней кто-нибудь мутит. Это от безумия поменять друга на какое-то трали-вали, тили-тили. Только дурень так сделает. Вообще сейчас время друзьями обзаводиться. Натроливалькаемся еще, натилетилькаемся еще выше крыши. Сейчас время дружить. Не просрите свое детство. Ты все еще не подписался на мой канал? Как фамилия? Ну-ка принесите его медицинскую карту.